наше старшее поколение. Чудесно совершенно дедушка, чудесно совершенно бабушка, Константин Борисович и Раиса Григорьевна. Это профессионализм высшего разряда. Когда актеры эти приходят на площадку и знают не только свой текст, а практически текст практически всего сценария. Всех почти персонажей. Они настолько были готовы помочь партнерам, а это очень дорогого стоит. Я всегда, когда работаю на площадке со старшим поколением, я пытаюсь у них что-нибудь своровать для себя. Потому что это полезно по-любому, это опыт. С ними легко. Они учат многому. И при этом они же там, они у нас снимались вот там, в Торжке. Это даже не Торжок, это под Торжком, это в лесах и болотах. Это ой-ой-ой, там даже не ловили мобильные телефоны. Представляете, я помню тот момент. У нас вся группа прям стояла, рыдала, когда убивает бабушку. Раиса Григорьевна, она там бежит, бежит, и в нее стреляют из ружья снайперского. И я к ней подхожу и говорю: «Раиса Григорьевна, меня простите, пожалуйста, но мне страшно ее дома. Не могли бы упасть?» Она говорит: «Миша, о чем вы говорите? Я же профессионал, конечно, я упаду». И она бежит и падает со всего размаха. Это все. И вся группа, все стоят, у всех вот так вот слезы на глазах, конечно. И камера идет. И оператор говорит: «Слушайте, ну давайте уже бабушку поднимем». И я только здесь собрался, говорю: «Стоп, снято все». Там, кстати, Борис, такие штуки выделал, что, мам дорогая, по ночному лесу, когда он у нас просто как Рэмбо скакал с ружьем наперевес, мы-то там все падали, спотыкались. А ночные съемки – это вообще тяжело, это и физически тяжело. Фонарик. Оп, увидели. Не спешите, не спешите, это монтажное. Поставьте нормальный фонарик под ружье. Оп, тогда вы увидите. Съемки проходили в топях, в болотных, там бог знает где, в глубоких лесах.